спрашиваем все-таки. Прикольно, да, слушай. Уже Новый год. Крисмас. Здесь гора. Слушай, вообще крутой городок какой-то. Да. Такие вот сказочные городки в горах. Короче, остановились мы на тракстопе, так он днем работает. Но уже, в общем, надо водителю спать, поэтому он в траке, а я в Ягуаре каком-то стареньком, но прикольном. Вот. Миссисипи. Все, сходил вот этот вот вен. Делали его доставку. Сейчас сам отцепил, сам скатил. Короче, приехали в какую-то глушь, вот этот Понтиак старинный. Короче, вот так, стоп. Вот код вводишь, только что ввел код. Там большой-большой магазин. И вот на тракстопе вот такая вот есть. Закрываемся. Здесь раздеваемся. Туалет, душ. Проснулись утром, мне нужно кофе. Здесь на тракстопе Вендис есть, еще какая-то кафешка. Еще кофе всякий, правда. Представляете, здесь даже синнабон есть. На какой-то просто заправочке. Прикиньте. Офигеть. Мы приехали, в общем, на аукцион EAI. Это инчуринсы. Аукцион спортивных страховых компаний. Будем сейчас загружать. Вот так вот тачки возят здесь. Мы на аукционе Копорт, есть инчуринсный аукцион, разные, 4 или 5 видов разных аукционов в Америке, огромное количество всяких машин, вот Charger, здесь цены не указаны, но лот указан, можно посмотреть, сколько, насколько она играется, куча всяких тачек, какие хочешь на выбор, и стоят они копейки, ну как выигрыш, бывает выигрываешь очень дешево, там погрузчик возит их как палеты с камнем, короче. Вот абсолютно новая Камара, красная. Все новенькое, чистое, но колесо вырвало, смотрите как. Диск вообще. Да вырвал кота, откусила Годзилла, что ли? Вообще, не скачет.